Асфальтирование дороги – основная часть дорожного ремонта, но прежде чем к ней приступить, надо выполнить предварительные работы. Именно они самые трудоемкие и занимают более продолжительное время. Укладка бортового камня – одна из таких. Эти конструкции являются важной частью обслуживания городских инженерных сооружений. От них зависит не только внешняя привлекательность автодороги, но и уровень ее безопасности. В настоящее время уже практически по прямой линии установлен бортовой камень. 4600 погонных метров у нас здесь устанавливается бортового камня. В настоящее время около 3000 установлено. А еще на улице Суворова уже появилась дополнительная полоса. Выполнены работы по расширению проезжей части на подъеме за железнодорожным мостом. На этом участке в непогоду часто застревали большегрузы. Благодаря масштабной реконструкции дорожного полотна проблема устранена. Перенос инженерной коммуникации уже выполнен, демонтаж там выполнен, там были у нас водопропускные лотки. И в настоящее время с одной стороны уже полностью, уже даже асфальтом перекрыли уширение, а со второй стороны еще ведется укладка. Работы достаточно большие, масштабные, проводятся сейчас подрядной организацией. Мы их каждый день практически контролируем. Это, наверное, будет одна из лучших дорог у нас в городе здесь. И тротуары будут оборудованы, и водостойки будут организованы. Сделаем все по проекту, по высшим стандартам качества. На сегодняшний день общий объем работ на Суворова выполнен на 40%. После установки бортового камня бригада рабочих приступит к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.